Сегодня мы приехали в Макдональдс, да? Который находится где? Где? В Праге, да, сегодня мы? И у них серия миньоны. Ленка резко принялась открывать. Артем уже свой открыл. Покажи нам своего миньона и что он умеет. Я еще не забылся, как стрелять. Вот еще можно и стрелять. Ну, покажи, как он стреляет. Инструкция. Мам, мне подсиди. Я понял. Вот инструкция. Один, два, три. Что, не работает? Ну, что-то ставлю. Вот тут можно как-то крутить, я не знаю, что-то мелить. На! Странная игрушка. Пока Артем разбирается, Алина, ты добралась уже до своей игрушки? Да. Кто тебе попался? Вот кто? Спагетти. А ну, разорви пакет. Артем помогает открыть Алину сюрприз. Так, что он тут делает, этот миньон у нас, а? На таком мотоцикле крутом. Поехали. Вау, я понял. Он просто ездит? Я понял. Все, я понял. Я недавно выставил. Вот инструкция от него. Здесь надо рычажок поднять вверх, и он, походу, будет ехать по инерции. Вот. А вот вся серия этих миньонов. Я сейчас вам сделаю. Артем уже разобрался, пока он там чух полетел. Якорь у меня. Алина, а здесь полетенный. Покажи. Как твоя игрушка ездит? Один, два, три. Ю-ху. Опа. Опа. Это на небо упало. Давай, ну-ка, разберемся с твоей машинкой. Давай, разберемся с твоей игрушкой. Ты взял большой. Такой большой. Ага, вот смотри, кто тут на багажнике нарисован. Это надо вот спереди кнопочку нажимаешь, и она отвечает за багажник. Вот, здесь есть такие колесики. Вот мой чизбургер. А ты мне дай бургер. Ну, чизбургер. А у меня чизбургер. А вот какая мне попалась игрушка сегодня. Чизбургер. Нажимаем на кнопку. Hello. Ставьте лайк, если вы любите Макдональдс. Да, все, наверное, детки любят Макдональдс. За их прикольные игрушки, да? Кому это? Вот такой еще у нас миньончик есть. Кому? Ну, давай откроем еще третий сюрприз. Там еще. Откроем третий Хэппи Мил и посмотрим, какой же там еще миньон нам попался. Давай, давай, давай. Опля. Ануш, показывай. Открывай теми. И вот так. Еще один котенок. А где твой? Вот он. Нет, он, ну, твоя коробка. Вот она. Чего вот это? Артемка, открывай, показывай, что тебе кто там попал. Вот мой бургер. А, я понял. Вот так. Вакамастал. Двигается, да, как рэпер, да. Такой. Нажимаешь вот тут, вот на ноги. Опа, макамастал, опа, макамастал. От него вот инструкция. Похоже на кирку, вот похоже на кирку. Опять вся серия этих миньонов. Посмотрим вблизи на него. Вот такой вот музыкальный парниша у нас. Диджей какой-то, наверное. И вот как он двигает ручками. Дай. Капуста.
Вот такой обзор у нас сегодня получился. Если вам понравились наши миньоны, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Пока-пока! Любите,